И снова здравствуйте. И еще раз мы напоминаем всем, что теперь стало гораздо проще приобрести запчасти к мототехнике и электровелосипедам в нашем интернет-магазине. Сегодня мы хотим представить следующую новинку от компании Chinchi в классе Enduro и Supermoto – мотоциклы QM125GIG. Просьба высказывать все «за» и «против». Полемика приветствуется. Так как в скором времени мы будем формировать заказы на заводы Chinchi на следующий год, хочется услышать мнение наших подписчиков. На основании ваших постов мы сможем сделать выводы, есть ли смысл привозить эти модели в 2018 году. По аналогии с моделями Dracon и Liger нового 2016 года выпуска, изменения коснулись прежде всего дизайна, но не только. На мотоциклах установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель по лицензии Suzuki GS125. Такой же двигатель был установлен на Dracon 125. Изменена рама. Цепь установлена 428, бессальниковая. Рычаг заднего колеса выполнен из алюминия. Размеры резины, устанавливаемые на оба типа мотоциклов, остались прежними. Глушитель спрятали под сидушку. Видимо, так сейчас модно. Изменена защита цепи. Звездочка привода заднего колеса установлена новая. Руль алюминиевый, так же как и на моделях 2016 года. Новый электронный спидометр. На задний суппорт возможна установка защиты. Вместо карбюратора установлен инжектор. Передний суппорт полностью изменили. Обод колеса на эндурике из алюминия. Всем пока! Еще раз напомню, что мы будем рады услышать ваши мысли и предложения по этим мотоциклам.